Владимир Путин встретился с генеральным директором Дома РФ Виталием Мутко. Он доложил президенту о реализации госпрограмм поддержки ипотечного кредитования о проектах по развитию территории, в том числе на Дальнем Востоке. Компания развивается, стараемся вносить вклад в развитие жилищной сферы. У нас еще появился в хозяйстве завод лифтостроительный, в самой старейшей стране. Поэтому такая компания полного цикла. За прошлый год подросли еще. В общем, сейчас активы компании уже около 3 триллиона, около 1,5 триллиона уже работает в экономике. Ну, естественно, социальное главное направление – это, конечно, поддержка спроса. Это ипотека. Вот мы с правительством сейчас обсуждаем различные меры, возможные меры дополнительной поддержки семей, поддержки демографии, рождаемости. Я так понимаю, и вы, наверное, с этим согласны, да, что вот эти льготные ипотеки семейные, они, конечно, играют. Конечно, ну смотрите, прошлый год, 22-й год, в связи с тем, что по вашему поручению мы распространили теперь семейную ипотеку в целом на, если есть ребенок несовершеннолетний, не только на второе рождение ребенка, то 22-й год 70% рост ипотеки семейной. Она уже догоняет льготную ипотеку. Уже 160 тысяч было выдано. И, естественно, конечно, она очень серьезно влияет. Единственное, что я бы хотел обратить внимание, что, к сожалению, структура строящегося жилья в стране, она не соответствует сегодня структуре семьи. Мы 53% жилья вводим. Это однокомнатные и малогабаритные квартиры. 47 метров. Здесь мы предлагаем правительству посмотреть над мерой стимулирования большего приобретения квартир, большего размера. Ну, хотя бы, если семья берет большую квартиру, на 1-2 пункта можно было бы субсидировать ипотечную ставку. Сергей Лавров сегодня находится с рабочим визитом в Самарканде. Он уже встал.